И здрасте. Приехали мы на очередные выходные на Ярославские земли. Погода хорошая, не жарко пока. Ночью сегодня плюс 3 вообще было, когда ехали в 3 часа ночи. Планы такие. Забрались с обратной стороны полей чудес. Вот за этим лесом поля чудес. Ну, урочища всякие, все остальное. Вот здесь две деревни. Вроде как здесь находилось, ну не вроде как, а по песцовым книгам здесь находились меховые какие-то производства. Соответственно, хотим посмотреть вот эти поля, которые за ними, которые соединялись с полями чудес. То есть с крупным селом. Вот, в лес, конечно, мы сейчас не полезем, а здесь походить нужно, пока клевер еще совсем не вылез. А он еще, наверное, неделю, и все, здесь будет ходить уже невозможно. Здесь либо топь, либо все засеяно, либо... Вот сколько пытался я сюда заехать, еще не получалось, сейчас появилась возможность. Вот, поэтому сейчас я вам покажу, что здесь будет. Надеюсь, что-нибудь будет. Так, машину оставили там. Пытаемся пройти, нам, по идее, надо на соседнее поле. Здесь везде болото. Пытались сейчас через лес. Там в елках стояло какое-то строение, лежат камни. И растет смородина много. Какой-то одинокий сигнал. Надо посмотреть. Может, и пробка. Может быть. Тут большой вероятностью пробка. Пробка, монета. Да ты чё? Советская. Советская? Медная. И что ты тут нашла? Люба, как обычно, из этих пролесков, блин, умудряется всякие монетосы интересные доставать. Белые перчатки? Да. Хорошо, не белые тапки. Раритет. Белые тапки подожди. Комарья с мошкой. Это просто какая-то... Вон у тебя на пузе сидит. Да, их полно. А что, клещевые найдем? Копейка. Чья? Николаевская. Которого? Первого, второго? Второй формы. Сохран? Ну, в общем, вполне себе читаемый. Сегодня время, приехали 5 часов вечера. О, забыл сказать. Разведчики. 903. Вроде сохранный. А горел здесь в этих лесах. Сказал, здесь что-то стояло. Вот такая. Сохран так, на 3 с плюсом, но лучше, чем в полях. Короче, смеемся. Плавили ли лядом? Язык заплетается. Еще сигнал. Кому надо, Николаевская копейка на венике на какой частоте? На 40-й частоте бьет 21, да? Ну, она в зависимости от того, как лежит. Ну, короче, вот, слышите, да, если кому нужно. Из кого интересно? Сейчас 24-25 сигнал. Господи, всех разбудили. 26-й. О, 26-й. Все комарье подняли, которое только можно. Клещов пока не видно. Но быть должны. Я не уверен, что они клевер любят. Здесь клевер, вот это поле. Смородины. Причем ее несет очень резкий запах смородины. Думаешь, они не любят черная ягоды смородины? А у нее резкий запах. А я хрен, мне кажется, им насрать. Ой, я извиняюсь. А за ним комарики. На воздушном шарике, правильно? Правильно, еще одна копейка. Та была двушка, это копейка. А, та двушка? Да. А я что-то смотрел? Не, я не надо это смотрел. Ну, понятно. Это копейка. Сральный клад имперский. Ну да. А что, логично. Край поля. Забежал, дела свои сделал, убежал. Все растерял. Да, тоже 900 какой-то начало. Пытаемся пролезть туда. Если сейчас не пролезем, то будем ходить вот на этом поле. Здесь две деревни. Раз деревня, два деревни. Малая, большая. Только что, кстати говоря, пока шли сюда к лесу,
выскочила пуга-гирька сопутчика. Причем на сигнале проволоки. Ну да, на странном сигнале на таком. Она сверху. Они так не звонят. Ладно, будем пробовать либо пробираться, либо ходить здесь. Поток пил. А теперь? Что? Пропал, что ли? Да. Ну, быть такого. Копни. Вот, я копнула, и он после этого пропал. Это ж мини-лап. Все, копай. Копай, копай, ну, внутрь. Берет здесь. А может, оно что-то улетело у тебя? Может быть. Я просто подсуну. Сейчас посмотрим. Опять ругаться будет, я курю. Ну, мы, да. Точно что-то улетело. Отлетел монета. Вот так вот. Все, вот, в пределах метра. Еще одна двуха. Тоже Николай? Да. Интересно. 15-й год. Тут же, да? Вот она. Покажу сейчас. Стараюсь снимать онлайнчики. По мере. Такая вот. Интересно. Кто здесь накидал монет в то время? Просто вот нечаянно зашли в лес, шли вообще совершенно в другое место. Как обычно. Ну да. И сохранчик такой, ну, вообще, по-моему, ну, более-менее. Вон, сейчас все посмотрим. Продолжаем. Ой. Продолжать. Все, злые все. Песни сочинять. Коммунизма ожидать. Кринчать, бринчать. Кто знает, тот продолжит. И там у меня, кстати, сигнал возле лопаты, но не монетный. Ну, ощущение, это еще не факт, что ощущение. Так, а где фокус? Фокус. Глазик протереть. Протерли. О, фокус есть. Классический сигнальчик. На треке хороший тоже, я сейчас посмотрел. И сейчас в азарте клещей в жопу не насажать. Не докопало. Где-то тут. Где-то здесь. Ну, скопни ты. Снимать онлайнчики? Говорите, други. Ага, скопни. Во-во-во-во. Еще клопать и земля здесь. Липкая. Хорошая земля. Изумительно. Изумительно. Черная такая. Здесь строение стояло, как будто. Ну, походу. Опять на лопате утащила. Нет, я соскребалась. Оно? Оно. Еще одна двуха. Как интересно. Еще одна двуха. Год не видно. Ну, бог с ним. Ну, ладно, убирай. Сейчас мой еще проверим. Ну, я ладно, включусь потом. Ха, продолжаем. Только что он вынул копеечку. И сигнал вот продолжается. Я снимаю. Вот и что здесь было. Что там? О, понятно? Это уже треха. Трешечка попалась? Угу. О. Земля очень черная, как вот под домами. Возможно. Сохран-то есть.
Ну, вроде более-менее. Ну, блин, лучше, чем в полях. Это уж, фу, однозначно. Я извиняюсь, комарьё с машиной. 15-й. Скажу. Вот такие прям с одной ямки. Следующее включение. Сигнал был, сейчас найдем. Меня пинает. Смотри, прибором посмотрели глубже. Сейчас я этот отодвину. Там он где-то. Глубже, у меня на 17 бьет. Тоже глубже. У тебя частота высокая. Да. У меня сигнал такой же. 10.43, 10.46. Фокус-то где? Есть. Что-то у меня с камерой в последнее время. Траблы. Есть. Кто на этот раз? Вот уже совсем затерто еще при жизни. В жизни затерто. Продолжаем разговор. Покажу. Ну, иди. Сейчас еще покрутимся вот здесь вот. Вон там какие-то камни. Где? Ну, и ты где видел камни? Ну, это там дальше. А. Так, ребят, продолжаем. Еще две монетки. Двушечка и копеечка. Интересно. Любка предположил, говорит, здесь что, шурфи, что ли, теперь? Квадратики. Ух ты. Ямки потом будем закапывать. Сейчас мы здесь все это проверим. Туда отодвинули. Там сигнал. И Любка сейчас подняла пятачок. И все в одном месте. Все в одном месте, да. А пятачок у нас 77-го года. У меня по камере идет комар. Оп, не идет. Ну, это уже точно не сральный клад. Нет, это как не это называется? Здесь слишком площадь для него большая. Что-то здесь растеряли. Птички поют. Комары кусаются. Комары кусаются. Красота. Это я вот здесь влияю, видите? Катаешь его туда-сюда. Нет, тут. Ну, уже глубже, да? Да, поглубже, где-то полштыка. Поглубже, внизу там. Твою мать, правда, что здесь шурфит? Фу. Приехали. Надо пару часиков. Да уж. Полянку посмотреть. Ну, смотри. Поля посмотри. Ну да. Довелся. Где-то тут он у тебя катается. Ну да, вот эти комки, они липкие. Что там на этот пиндус. Раз? Не, дух. Душечка. Хорошечно. Хорошечно. Сохран, конечно, они подзатерты при жизни, но вы знаете. Ну явно не полями не попорчены. Ну да. Кайф. Все, конечно, офигительно. Но комары доедают.
Интересно, что здесь было. Если бы здесь был дом, то, по идее, была бы какая-то сопутка. Кирпич, керамика, что-то еще. Вот, с одного пятака вот. Буквально 3 на 3. Сколько там их? 5, 10, 13 штук. И все одного формата. И примерно одного периода, ну не считая пятака. Я вот думаю, не долбанули ли здесь кладуху, когда-то распахали. Ну здесь, да, подсаживали. А что? Трактор прошел, вот здесь сейчас лес-то ничего не стоит. Да. И фиганули ее. Что? Вот еще одно местечко нам на изучение. Так, друзья, вылезли из леса, комары сожрали с мошкой, невозможно. Мы туда вернемся, на заветочку. Что-то Люба идет нам показывать против солнца. Что-то нашла. Чешуя, не чешуя. Чешуя. А что это за чешуя такая? Деньга ивановская. А, грозный, да? Князь Великий Иван. Ой, Господи. Когда бы мы без нее были? Туда мы вернемся. Сейчас мы посмотрим эти поля, потому что мы их тоже хотели проверить. Там проволока в основном. Вот, видишь, горбина. Вижу. И вот так вот шла дорога. Вот она, я. А куда вот она? Она уходила в лес, и вот так краем леса уходила туда. Думаешь? Я там видела эту дорогу. Она хоть бы засажена, но ее видно. Кругом пройдем. Вот я в низине прям нашла чешую. Хорошо. Так, обошли кругом. Вот там Люб чешую подняла. Идем край посмотреть. Потому что, возможно, что здесь была она. Где-то они здесь шастали. Первый советик на сегодня. Рамочник. Год. А хрен знает, какой год. Непонятно. Отвыкли, да, от комаров. Клещей пока не видно. Куда-то все заныкались. Повернули, идем вдоль леса. Предположили, что вот где мы там монеты россыпь находили, туда дорога уходила. Возможно, они что вдоль леса ходили и ездили. Возможно. Бьют. Потеряли. Прыгают, как живой. А потому что нехрен святыням в земле валяться. Ожил. Ой. Сейчас. Покажу. Да, лепесточек. В принципе, ну, вот на этой линии, я целенький. Хорошо. В лесу где-то там филин угукает такой прикольный. Как наш почти. У нас просто на нашей стройке в доме наверху завелся филин. Ой. С птенцами. Птенец недавно упал. Матушка у меня подобрала его, посадила на окно. Ну, каким-то образом мамашка его забрала, наверное. Хрена себе, что там такое? Не знаю, что-то глубоко. А может, и не глубоко. Может, и не глубоко. Год, конечно, очень комфортно, если не комарьё. Ну, вечно что-то мешается. Есть. То клещи, то комары, угу. То крокодилы. Блин, в рот лез. Да, не везде лез. Вон, видно, не видно рой. Да, не видно. Сожрали просто. Вот это... Ага, хрена там. Вон он. Гильзач. А лежит ровненько. Да. Вот вам рядовой бытовой коп. По ночам мы еще в лесу не копали. Вернулись к той полянке, полазить вокруг. Уже стемнело. Камера светлит с фонарем. Из-под корней. С пилой. Кстати, рекомендую. Хорошая штука. Появился. Значок творчества. Только что 6 года. Я еще пилой уж не дарахну. Ну, ребят, хохма вообще. Лес пятаков. Ой, в смысле, лес рассыпух.
из этой же ямки, из-под корня, глубоко-глубоко. 5 метров от приведения. Да, в приведении, да. 49-й и 41-й. Сейчас посмотрим еще. Идем к машине. Такой сигнал непонятный, проволочный какой-то, вот как она здесь вся. Сейчас я свет уберу. Камера хорошо осветляет, темно уже. Н1, надо чистить. Четверть копейки, скорее всего. Вон машина. Люб, что-то. Забавный лес. Два раза вошли, два раза рассыпухи подняли. Что там такое тут? Хрен его, мелочь какая-то. Я ее не могу найти. Ну, траву-то убери. Блин. Чего? Да нет. Нет? Проволока же лежит. Ё-моё. И так бывает. Ой, вижу. Итак, друзья, соратники, подруги, подписчики, гости. Ходили мы, стемнело. Часа, наверное, 3,5. Я сейчас посмотрю. Поле не открылось. Ну, открылось, конечно, чуть-чуть. Чешую выбрали одну, грозненскую. Правда, что? Деньгу, да, по-моему? Да, это деньга. Ну, сейчас покажу. Причем, скорее всего, периода еще Елены Глинницкой. Может быть, посмотрим. Вот. Может быть, неудачная перепашка, потому что поля должны быть, в принципе, богатые. А моей спиной еще каскад идет полей. Мы сегодня туда уже не сунулись. Да и времени-то особо не было. Обязательно заедем. Лес вообще зачетный. Два раза зашли, два раза рассыпухи нашли. Сначала Николаевскую, потом Советов. Пятаков. Глубоко из-под корней. Интересную штуку хотел рассказать. Вот деревня, но сейчас в темноте уже не видно. Где там у нас фокус сейчас? Не, не видно в темноте. Короче говоря, основная дорога идет там, за деревней. Сейчас асфальтовая. Вот. Но все дома, которые здесь остались, стоят, они стоят окнами, ну, то есть основным лицом, сюда. Дома ставили всегда окнами на дорогу. То есть получается, что дорога-то была здесь, а не там, где сейчас асфальтовая идет. Ну, она не асфальтовая, она грунтовка. Вот. Интересная штука. Надо будет поближе к домам потом попробовать еще походить. О, луна пробивается. Она за деревьями прячется. Сегодня у нас, по-моему, 18 мая. А, ходили мы сейчас. Да ровно 3 часа мы ходили, время 9. Мы... А, куда же 3, 4. Мы в 5 приехали, сейчас 9. Вот вам отчетик. Вот так вот не слабо походили. Пяу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Чешуя 20-я. Крестик и какой-то гвоздик в форме сердечка неведомый. Господи, это набойка от каблука. А почему в форме сердечка? Ну, каблуки были треугольные. Да? Есть, а, ну, может быть. Это современная деталь. Вот так мы сегодня поковырялись. 5 копеек, 6 двушек, 1 трешка, 1 пятак. Отлично. Так вот поковырялись. Клещей особо... Ну, вот сейчас выходил уже. О, руки чумазые. Заметил. Одного. Но все равно нужно перетряхиваться по-любому. Вот. Завтра едем искать еще одну интересную старую лесную дорогу. Две. Две. О, штурман говорит две. Фу. А мы вот на... Филинскую, а и две здесь. Ну да. Вот. Ну и на этом всем разрешите откланяться. Всем спасибо. И на таком прекрасном закате всем пока. Успею. Успею. Смотрите, ребят. Сколько. Вот они, родимые, выползли. Ням-нямкают.
Сейчас все поле уложат. Темно, конечно, уже. Сейчас основной стад туда убежало. Где там палец там, туда. Ну вон, хрюшка сама, Боров. По-моему, самка, что ли, не вижу в темноте. Да, вот они здесь вечно укладывают, но чтобы вот на кабанов здесь наткнуться, с той стороны ни разу не натыкались. Основные свалили, да? Да, основная стая ушла, там штук 6 ушло. Ну да, больше. Вон они. Фокус уплывает, конечно, темень. Ну, хоть так покажу вам. Один вон еще. А эти, да, свалили в кусты. Нет, жопой виляет на нас. Роет что-то, корешки свои достает. Ну да, там резина. Там есть много чего перепахали. Это да. И от здесь шла попасть. Вот так вот. А еще около кустов один стоит. А вон, вижу, вылезает. Раз, два, три. Вижу пока только трех. Их много, их там целтовон сколько. Ладно, не будем мешать корешки трескать. Поехали домой. Вот теперь, наверное, точно пока.